Мир на Южном Кавказе отвечает интересам всех стран региона, в особенности Армении. Поэтому мы ожидаем от Еревана конструктивных шагов в данном направлении. Об этом, как передает канал 13, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мухаммедом Джавадом Зарифом в пятницу в Стамбуле. По словам Чавушоглу, он обсудил с Зарифом ситуацию в регионе, в том числе в Сирии и на Южном Кавказе. Чавушоглу также заявил, что власти Турции планируют расширить сотрудничество по урегулированию Карабахского конфликта до формата 3+3. «Нам необходимо содействовать прекращению огня, так что мы планируем сотрудничать на этом пути и в формате 3+3. Российская Федерация, Азербайджан, Иран, Грузия, Турция и Армения», – сказал министр. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.